привет, друзья! С вами снова Денис, канал Wonderful World. Спустя месяц я снова приехал в Сишуанбанну, снова на съемки фильма. Не думал, конечно, что я буду снова здесь. Для меня это, как знаете, как приехать в свой родной дом, потому что я здесь прожил один месяц, и вернуться сюда для меня, конечно, большая радость. Первый этап съемок – это мейкап. Ты ваши укланжен. Макияж убирает все погрешности на лице, морщинки, темные пятна. А это, друзья, хэфан, еда для актеров. Сейчас покажу вам, что у нас сегодня на ланч. Яйцо, сыр тофу, какой-то салатик и, конечно же, рис по традиции. Hi guys, how are you? How are you? Good? Yes. Where are we going now? Going to shooting. Shooting. George, how are you? I'm fine. I'm long so, time no see you. I'm so glad to see you again. Yeah, the same. Very happy to see you. Yeah. And I think this movie is much better than last movie. How are you, bro? I'm alright, bro. We're right here, man. You know what time it is? Yeah, Sisuanbanna. Wow. Now it's action time. Yeah, it's okay. Time to go get it. Let's do it. Sisuanbanna. Oh, yeah. Let's get it. Из-за погоды самолету пришлось сделать аварийную посадку, да? На другом аэропорте, где находится очень далеко, внутрь этот... В лесу, типа? В лесу, да. Ничего нет. Деревня какая-то. Деревня какая-то, да. Там машина тоже мало, передача очень трудно делать. Ну, короче, я 24 часа потратил на дорогу, чтобы прийти здесь. Ты немного опоздал еще, да, на съемки? Что-то опоздал, да. Откуда ты сам? Я из Узбекистана. Узбекистана. Да. Как зовут? Азим зовут. Азим, ну, удачи сегодня на съемках, давай. Спасибо. Все, время, друзья, примерочки. Вот такие наши костюмы сегодня. Не что шима? Тудо. Шима Иса. Короче, китайцы очень часто меня сравнивают с английским актером, который сыграл мистера Бина, Роуэн Аткинсон. И, в общем, вот очень многие китайцы почему-то сравнивают меня с ним. Ну, возможно, какие-то есть сходства в чертах лица, не знаю, но мне это не очень приятно, конечно. Теперь точно готов. Это, в общем, режиссер с прошлого фильма, который мы снимали в Сишуанбанне. How are you? Thanks. Long time no see. В общем, опять мы встретились с ним второй раз. В этом фильме, друзья, будет очень много экшн-сцен. Нас будут снимать, по-моему, 2 дня. Сейчас мы готовимся к одной сцене, где в самом автомобиле будет происходить драка. Здесь.
拿着，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 拿
Нас бьют, ребята. Нас китайцы бьют. Второй день съемок, погодка испортилась, пошел мелкий дождик, но несмотря ни на что, мы продолжаем съемки. Одевают на грудь защиту, потому что будет удар, в общем, приходится в сторону груди. В общем, друзья, экшн-сцену в автомобиле отсняли. Мне досталось немного, разбил себе губу.